одна забава. Пальцы в рот и веселый свист. Прокатилась дурная слава, что по каплике и скандалист. Сценок мы показывали все те таланты, которые у меня есть. Таких, допустим, как любовь к астрономии, к математике. Да что к математике, ко всем точным наукам. Фантастики, к биологии, ко всем остальным наукам. Ну что ж, спасибо. Ну и скукотища. Еще снег в марте месяце. Нормально. Слушайте, можно придумать какое-нибудь мероприятие себе? Эля! Эля! Угу. Придумаем? Конечно. Ну, пошли. Да, в 9 утра в КГУ надо подойти. Ну, спасибо, Катюш, что позвонила, предупредила, буду знать. Зинь-зинь. Лена, привет. Привет, Эль. Ты можешь сделать презентацию в науке? Эля, ну мне так загрузили, я не знаю. Ну, давай, я не успею одна. Черт, ну ладно, я помогу тебе. Спасибо. Ладно. Здравствуйте. Это Центр молодежных инициатив и программ. Здравствуйте. Вы должны срочно принять участие в областном конкурсе «Лидер». Хорошо, а что для этого нужно? Паспорт, ну и другие важные документы.
нет. Хорошо, ладно. А где вы находитесь? У вас за спиной. Привет, Жень. Как тебя не вижу? Да ничего так. Ну что, пойдешь сегодня со мной? Я не знаю, Жень, меня знаешь, как загрузили. Самое не хочу. Мне нужно готовиться. Нет, так не получится. Нет, не получится, Жень. Пока. And don't come back no more. What do you say?
Спасай нас от позора. Спасибо тебе, Талгат, за твое чувство юмора, потому что твои шутки бывают очень нужны в грустных моментах. Спасибо. Спасибо тебе, Талгат, за то, что когда на уроках математики вы с Борисом Вячеславовичем решаете свои очень сложные задачи, мы успеваем списывать свои простые. Спасибо тебе, Талгат, что на... что на линии, которую проводит Ольга Васильевна, в нашем классе есть кого награждать. Слово. И мы много раз в этом убеждались. Да, ты умеешь быть благодарным. Это редкое качество в наши дни. Спасибо тебе за это. Со всех тех, кто больше с тобой не будет учиться в одном классе, я хочу сказать, что нам будет очень грустно. Но зато как повезло всем тем, кто будет учиться с тобой на физмате. Дипломов и грамот, но ни одной медали нет. И мы с твоими одноклассниками, вчера в 20-м кабинете буквально был совет в филях, и мы решили восполнить это. Вот твои медали. За юмор. За отзывчивость. За помощь. За доброту. За мужество. Ну, всем понятно, что учиться вместе с Мишей Степаньяном в одном классе. Есть. А сейчас я сейчас правда заплачу, не, потому что сейчас настанет исторический момент. Я еще не знаю, кто будет классным руководителем Талгата, но. Мы отдаем его вам, Борис Вячеславович, вам, Нина Николаевна, и нашему физику, потому что Андрею Валентиновичу, потому что Талгат выбрал профиль физико-математический, и я еще ни разу в жизни не дарила никому такой подарок, такой замечательный подарок от всего 9-го Г. Очень яркие, красочные, особенно 9-классников. Я надеюсь, как бы... Я надеюсь, победить сильнейший, как бы, вот из 9 класса, потому что 11 класс все-таки уже, ну, не победят в любом случае, но не важно. Вот. Значит, как бы у нас было мало времени, потому что все время уходит на подготовку к экзаменам. Поэтому я просто решила здесь сделать то, что я люблю делать. Чего спеть песню, которую сочинил мой друг. Она называется «Солнце, звезды и сердца».
крыши солнце забивает, мою оставила опять. На потом холодной ночью мой разум умирает. Вот если было бы все просто сном, эти звезды не для меня, эти звезды не для меня, не для меня. Сейчас тебе не скажу ни о чем, и бесполезным застало до боли. Вот если было бы все просто сном, эти звезды не для тебя, эти звезды не для тебя, не для тебя. Все очень крепко, вот только.